воскресенье. My mind стал таким open, что просто amazing. Русский язык за границей. Франция в этом смысле тяжелая страна, поверьте. Что ему угрожает? Определенные тенденции просматриваются. Кто его учит? У людей, овладеющих русским языком, на рынке труда несомненные конкурентные преимущества. И каково его будущее? Они не хотели учить литовский, поэтому нам пришлось его учить русский. В ток-шоу Павла Селина. Давайте посмотрим. За границей. В воскресенье в 18:00 на RTVI.